Его перевели в реабилитационный центр. Состояние стабильное. Сколько он пробудет в реабилитационном центре, я не могу сказать, сказала собеседница агентства. Гафт, актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в Линкоме, а с 1969 году выступает на сцене «Современника». Гафт дебютировал в кино в фильме «Убийство на улице Данте» в 1956 году, после чего стал активно сниматься. Среди его популярных работ – «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мастер и Маргарита», «Притяжение», «Елки 3» и многие другие.